Понял, да? Ой, кринж. Инги-кинги. Пики Блайндерс без гильдии X2. Папа Тосман крутой. Кто это такой, блядь? Тоже ДК. Смешной чел. Смешной? А, еще смешной. Че, он мало ДПСил? Кто? Томас Шелби. Томми? Томми? Эй, Томми, Томми. А это Томми по кличке Сиська. И сейчас он молится. А если он этого не делает, то ему, блядь, следовало бы этим заняться. Что это опять за фильм? Что это? Это Большой Куш. Художественный фильм с пиздец. Блядь, Крил. Крил, алло. Ну он сум принял. Это кринж. Блин. Что? Ну поехали трофизочку. Шмот. Да, да. Ебать. Так просто вдруг опять прикол. Вы каждый раз это будете справлять. Ставил бой. Ты их тоже подъебывай, говори, ебать, я шмот забыл. Блакекс, нахуй. Принимай сумон, ебаный рот. Блакекс, кто это такой вообще? Какой-то новый, первый раз вижу. Пизда мне. Помогите. Помогаю. Ебать. Блин, иди ты лучше с такой. Дачи, как тебе пиай в тучке? Я думал, ты ДД, ебать. Так я ДД. А, ну все, помог же. Ну так, типа там на ханта и так переагрил. На ханта, блин, на вара. Зато ты не сдох, блядь, чиниться не надо. Ебать. Да ладно, зато вару вовремя шилд прилетел, чё ты. Ебать, я в фире. Шо за хуйня? А как я крылья прожал? Ебать, фир. Он чё, диспейлится? Прикинь? Меня подъебывает. Я один раз с него эфир не диспелила, он был физушный. Я ему говорю, Никита, он не диспелится, он физушный. И он мне не поверил, и все время теперь подъебывает меня. Типа я диспелю, нихуя не диспелю. Вы шо, пацаны, ёпта? Я тебе говорю, там эфир какой-то рандомный. С меня его диспелили. Не знаю, кто там все диспелил. Я был физушный. Что, сука, 3 года, хватит, забудь. Да не, 2, наверное. Это ж новая РБКшка. Разрушенные залы. Сейчас смотри, кого-то убьет. Сука, ну давай. Ебани мне. Боб. По танку. Может, убьет. Ебани на бойся это. Боб. Он под смехом. Не надо. На груле, ебать. Дайте рыбку. Блэкчи, ты такой смешной. Я тебя понял, я макрос вытащу на всякий случай. Есть 30 сек, Кирюх? Нету, нахуй. Ну, если быстро, то... 30-30-40. Минут через 5 придет. Три бафа её заебал. Вроде ребафну. Шок, кто кого танчит? Не, в вардробе. Ну что, басам, наверное, Олма, да? Самая изи. Юлька пришла. 43 секунды, Юля. Ну, я пыталась, бежала. Так. Что, Войд, танчишь, короче, короля киллера. Настя, не заберешь бай. Лок. Я слепоглазый.
Волна. Ой, этого, блядь, слепоглазый крошечный. Все тут. Что там? Настя, Волконфил. А чё ты? Настя, ты лоб ещё раз. 4, 3, 2, 1. Пошли. Пизда с аптеком. Не бейте босса вообще пока. Никто не бейте. Нахуй убьете. Вон ханты понаплювать и киллера на войну. Все, бейте киглер. Сокру сдавать на эту хуйню? Не, не надо. Сам можешь сдать, похуй. Все равно я никуда больше буду. Паулу поехали, Геру дали фул ДПС. Без Паулу. Дай БР по нему. Эдик. Сейчас декорсы с Журой тоже сейчас умерли. Декорс. Максимально. Блять. Ладно. Красноязычие там не забудьте на ОКП есть, пожалуйста. Это будет фиаско. Твайт. Обновите КС по локу. Короче, факел спиной встал. Нормально вам хилы? Я подбегаю к себе. А заберите милики кто-нибудь. Слепоглаз бить. Или дай гимном, а ну ретром поставишь что-то. Там с Настей таунтить, что ее проебывают. Сдохла. А, это не она, это блядь, бобр нахуй, ты заебал нахуй. Ты, блядь, ну пиздец, по два раза нахуй за бой умираешь. Ты рыба бёрли. Олма, набивайте. Ну, блядь, с таким учетом нахуй, на тебя, блядь, СС надо пока доешать, нахуй. Может, у него шмотки сломаны, что-то его прям шотает прям очень быстро. Сейчас его шотнуло. Че его, еще и Санджо. Ну, да дело не в том, что шмотки, это босс, ну, где здесь агро очень плохо набирается. Декурс быстрее, декурс больше декурс, сейчас выпанемся, блядь.
Да, и Эдик. Не, не Эдик. Бентли Бэр по Сензуру, да. Да. Рибафить его. Я думаю, что за хуйня босс меня ушел, блядь. Давай пошел. Блять, почему голова такая тяжелая? По глазу бить. Мозги тяжелые. Умный дохуя. Ебать, я в текстурах, сука. Сука, хули мой уёбок этот не активируется, блядь. Сука. Хорошо. Айман на огонь дайте. Прохим. Че у нас по инерам? Нихуя нету. Ой, блядь. Что-то бьете, нет? Там сейчас овечка будет миленький. Овечка. Милфхан подбежал трапу поставить, нахуй. Ну он же не милик, правильно, блядь. Угу. Да, Милфхан. Милфхан. Как тропа? Поставилась? Успел? Если поставилась, то не зря, блядь. Блять, Настя, он соло танчит, можно и без хила, в принципе. Да, Настя? Там углю маны нету, нихуя, надо ему как-то залить. До от Ге, дай так, Иннер. Так смотри, он тебя вообще не пробивает. Ага.
Плевать, блядь. Ты просто не юзаешь вовремя этот, блядь, как его. Вас там разъебет, блядь, миленький, осторожно, блядь. Как хили. Я танк, блядь. Спекай. Окей, блядь. Надо новый кристалл придумать какой-нибудь, чтобы в бою спекаться. Тебе коня за 100 карубасов придумали, мало? Ебать. Ну так, кристалл не, за 200. Не, красиво, но они идут нахуй. Ну, спорно. Типа, вкусовщина. Чего? Не, красиво, мне, мало? Ну, кому... Вот мне, допустим, не нравится. Ну, типа, я не говорю, что он страшный. Типа, кому-то нравится, кому-то нет. Мне нет. Но его, типа, в игре не достать никак, только за бабки, да? Потом за да. Боевой пропуск добавят тебе красного. Ну да, может. Ну типа маунты на этом сервере, это, мне кажется, второй план, потому что здесь слишком кастомно все, здесь слишком много разных маунтов, и какого-то маунта конкретного покупать за какие-то большие бабки в этом смысла нет. Вот реально, даже тот же вот этот поглотитель ебучий, да, ну, с который падает с Наригорна, да, его взяли, вон, добавили синего нахуй, или фиолетового. За БП нахуй. Причем на 7 или какой-то левел с самого начала. Я бегу, вот, еще. Пиздец. Побежали. На 9. Хотя маун сам по себе, ну, прикольный такой, уникальный сам по себе. Да. Короче, бабл нажал, а мобы один хуй за мной бегут. А вот все, согрелись. Сори, ебать. Но зато я пробежал. Кому диван дать? Ну, скорее всего, где ты? А ты туда побежал? Да, у Насти сейчас будет такой дракон, кстати, на Ксендра. Сука, я сдох. На днях, ну. Ой. Чего? Бля, чё они бегают? Сдохните уже. Сипика, Мэйк Джонг. Мэйк Джонг, блядь. Да хорош, говорит. Мэйк Джонг, блядь. Я нормально, кстати. Прикольно. Ты тоже, Ники, читать не умеешь, сидишь, хихикаешь, Кирилл. Теперь вас трогаем. Ну, все, ну, большинство ников я нормально читаю. Некоторые, да, там, ебанские. Да, ты меня Мэйк Лиф называла, Мулин Рушем, Мулин Рашем, почему-то. Так это... Так это, ну, это порофло, ну, бля, смысл, ну, вот смысл называть, например, вот, допустим, Глю, да, например, можно Хлю называть, правильно? Можно. Или вот Чивава, можно Тивава называть, правильно, ну, как-то поприкольнее. Будь здорово. Спасибо. Ну, спасибо. Поржать-то, конечно, надо. Ты хули скучно целый рейд, блядь, ебашишь, блядь, кнопки, нахуй. Юля, так вообще, она, для меня все ники сложные, вот Чи, да. Вот Гэл, вот Ак, вот Ар. Угу. Все вот правильно. Мне, вот Бо. Да Void простой ник, блядь, 4 буквы, блядь, остальное просто читать не надо и все. Я не знаю, вот Void напоминает мне Рида, там, знаешь, какие ники у него? Да я видел, Рид Ветка, Рид Дру, Рид Пал, Рид Энг. И у тебя Void Spiritus, Void Light. Все, поехали, по звезде поехали. У меня более глубокая идея, блядь. А, у нас там чё? Полрейда не смотрят, да. Еще, да? Мы не добежали, что-то вы там хуёво собрали. Короче, я тебе каплю дал, блядь, хильте. Вы вас к себе с ума не будете сейчас перетанчивать. Косты, блядь, кикайте, ребята, ну, блядь, мы так не убьем нахуй. Все обнимем Ваничеллу. Звезду кикайте хотя бы, я на втором. Нахуй меня сумуньте, я стою тут, диспелю фир. А это никого не волнует, ты хуёво оттанчиваешь, где брат? Сум, примет. Сука. Блядь. Не знаю, нахуй. Что, это вайп на трэше, блядь? Да не, нихуя, тут 10 дд есть. Феникса тоже сокращенно можно бэйби называть, почему нет? Бэйби. Блядь. Забрям. Я не хочу зафиряться, я немножко отойду с этим пидором. Войд, как только все пойдет по пизде, принимай суммон, мы тебя повесили.
комбате не Серега, Серега, вот знаешь, какой тебе вообще ник нужен? Ну. Чи? Он старый, рофильный, подошел бы к тебе, вот идеально просто. Какой-то. Мало кто поймет вообще это, ну, чисто там некоторые люди, которых сейчас, наверное, нет. Десектикон тебе надо ник. Не только а, лишь да. Все. Это трансформеры? Не мне. Многим пойдет. Да не, просто когда еще давно-давно на X2, когда еще Карагет там актуальная была, у него постоянно Дискорд лагал. Не знаю, с чем это связано было, или из интернета, или из-за чего. Наверное, интернет все-таки. Вот, и он разговаривал как робот, получается. Вот, его начали Десектиконом называть. Mm-hmm. 12 букв, кстати, максимум в нике. Ник трансформер, нахуй. Да ну нахуй, я такой хуйней не занимаюсь. Было время как-то. Так оно и сейчас лагает все, что бывает периодически. Акума, чем ты там ебашишь? Ну, бывает, наверное. Не, не надо будет транс, блядь, что за хуйня. Ну типа трансформер сокращён. Войд спек еще сойдет там, блядь. Войд 4 спека, блядь. Не влезет. Ну 3 спека, блядь. Ты тоже. Че, руки закрывает? Или хилить? Вон, у Феля хорошие... Иди, Войд, руки закрывает, че я тебе... Ну, понятно. Сколько это? Хотя не, нихуя, Войд, спекайся в ретрика, блять, иди бей босса. А кто руки будет закрывать? Вы суманьте нас, или мы будем суманить РДД вас будет. К нам? РДД будут закрывать. Сумонюко. А 4 хила прохилите? Тут как, а что тут хилить, скажи на? Тут нас... один раз прохиливать надо рейд, только когда адский, блять. И то там, блять, ну, все просто, там не так сильно тикает. Понятно. Че, усмаячи? Ну, ладно. Монти кринжа еще. Не пошел нахуй там со своим супом. Первое, второе пати. Под ебалом бьете босса, короче, ловите ошеломляющий удар. Он там в крестике поставлен. Когда скажу за спину, значит за спину. Ну все как обычно. Ну и третье, четвертое, пятое пати на ручках. Закрывайте руки. А меня, может, перекинешь? Я же салакс. Нет, ты. Ну так ты и стоишь под ебалом. У тебя брони много в сейве? Нет. Много. Ну, будешь стоять под ебалом. Фулл мав, давайте. Сука, Ваник Хела, ты, блядь, каску снял, что ли? Вон, челы, блядь, теперь не гильдию, короче, не спамят, пишут в статик 25, не гильдия, а в статик 25, что ты игроки, сука. Красавцы. Блядь, лол. И еще дискорд там, типа, ну, больше подробностей в дискорде. Заходишь там, по-любому гильдия, наверное, какая-то. Это вы про кого? Это вы про кого? Да там чел какой-то пишет, ну, набор же запретили, типа, ну, в чат, в поиск спутников. Они теперь ги не пишут название, они пишут просто в статик 25. Нужны такие-то игроки. О, блядь. А схуяли запретили, что за хуйня? Да клоуны, они уже запрещали, потом отменили, сейчас снова. Ебанутый, ну. Ну этот, X-Temp этот. Эдик, что тебе не хватает? Тот, который Т4 ебаное сделал. Да, клоун. Пиздец, блядь. Эдик, да, что тебе не хватает? Некоторые хорошие 4. Блять, и молчит нахуй. Все, он спринт. А, лол, у меня здесь сколько? Солкнутый микрофон, все есть. 4, 4, 4, есть у кого-нибудь поставить?
Уже поздно, я запуливаю. Поехали. Первая, вторая партия стоит кресте, напоминаю. Стоите под ебан. Ловите клип. А что за стан какой-то? Ты что, аспект был, что ли? Да блять, что за хуйня? Алло! Нет. Заебись нахуй. Подойдите под ебало. 11. Охуенно, гро сорвали нахуй. Бейте, бейте дальше нахуй, бейте, блять. Не давайте мне гро набирать. Не надо нахуй, бейте дальше того босса. Подойдите под ебало, первой, второй пати, быстрее, ну. Нормально. Кринж, сука. За спину ушли все, за спину. Алконфел за спину, зубы дай по мне, Юля. Все, подъебало. Блять, он дернулся нахуй. Поднять супер мага? Да, подними. Блин, короче, что-то зубы не кинулись, может, не знаю, забагалось, что. Не в КД, я с чё дам, говори. Да уже не надо, я уже с ним прошу. Потом, да. Ну и чё эта печка не лутает, сука? Руки, хлопок, бах, бах. Уже раньше тут с полугеру давали, нет? Да, сейчас дадим. Че, может сейчас давать подписчику? Давайте на шматики. Сейчас после этого ошеломляющего за спину мелики. Блять, Авизура, чё ты ушёл с подъебала, козёл ты нахуй. Бля, мод хороший. Валера, нихуяся. Авизура, блять, ты, блять, не делай нахуй так больше. Пиздец, 60 раги, блять. Сейчас опять адский будет, сука, Авизура. Уходите за спину уходите. Сейчас зубы по мне наш. Давай, зубы. Эма на огонь нажмите. Охуенно. Задняя рука одна.
Руки после ошеломляющего сразу бы. Руки. Я в одну пойму. За спину. За спину ушли. Слева одна рука. Земля пухом. Шишки. Так, поехали по луту вам. Токен сразу начнем. Чего это за ставки? Пятнашку ебашь ты сразу. Во! Разогнался. 15, 16, хуярь. Они уходят. Что-то прям цены, конечно, 17. Это ничего, что за 22 ничего недавно типа токены ебаны забирали. Бля, это сильно, конечно. Когда он десятку стоит. Юля, блин. Перчатки шепота. Эдик 15к, да? А, подожди, бля, я думал за токен. Блять, ебать надел, журавлик. Сам какой-то, блядь. Журавлик. Ну я ж по очереди лутрон. Короче, стопните там, если кому-то что-то надо будет. Я линкую все понравится. Что ты Милхан поставил? За посох. Давай, серый и Милхан тумин. Сабля. И потом два токена будет еще. Сабля 20. Снимаешь? Я не могу просто. А, можем. Саблю. Саблю войду, ебать. С меткостью? Да. Ну а хули никому не надо. Так, Милфхант, Чувава и Войд по 10 и Авизура 20 знал. Ты у Конфилу снял 17? Не-не, саблю. Саблю это кто-то хотел забрать. Не так, как почему у Конфилу? Там Юля 18 забрал. А, Юля 18. Да. Окей. Шум, ну там. И обмен звезде, если что. Все. Эта хуйня надо кому-нибудь? Ну, в Ханту сколько, 10? Да. Че токен? 17 от Лазара. Три. 19, да. 3, 2, 1. Он Кенфил обмен. Печенька, да, Кенфил у тебя. Ебать, нихуя, жесткий меч вот этот. Шо это? Защитник веселья, нихуя. Он Кенфил 2 раза по 19, блю 20. Он Кенфил 19, блю 20. Обмен давайте. Зря ты не боролся, конечно. Ну да, действительно. Подождешь все пару недель, будет по 40 печеньки. Да там у пацанов 0 ЕП нахуй. Они последнюю двадцатку. Так, ЕП что там 600, 600, 900 получается. Че, Кирилл 3, там... Еще по 10 не забрал, Кирилл. Милфхан, и все? Ивар, да? Ивар. Авизура 20. За ЦЛК есть какой-то ЗКД бонус там, Кирилл, войду, прием? Ну, я себе не давал, я думаю, ты тебе тоже... Чувава 10 еще сними, пожалуйста. Короче, типа, если на два босса приходишь, только 500 ТП получаешь, и все, да? Не, ну вообще, типа, я фулл давал за принятие КД, чем там, нет, типа, все дела, за помощь. Ну давай, наверное, по половине. Сколько там будет? 20?
Ну а тогда и 10 боссов. 10 боссов. По 100 ЕП, по-моему, или по 150 за босса, я не помню, сколько там. 150 вроде, да. Типа половина тебе, половина мне, что ли? Ну да, ну и Бентли еще. Так, подожди, сейчас, секунду. Скажу точно, сколько это. Вот эту толстую помощь. Да, 10, 100, 100, 500, по 750 ЕП, короче. Так, Бентли. Войт.